раскачивается на волнах. Ну, это уже такая. Только для очень больших смельчаков предупреждение не поставлено, красных флажков нету. Купаться разрешено, но только особо продуктом. Специалистам по плаванию. Видите, где светлое, там освещено солнцем. Где потемнее, но жарко. Поэтому море такое полосатое, волнистое, с барашками. Небо местами синее-синее. Местами вот такие вот облака собраны. Местами снова синее. А вот такое тучи. Что на севере, что на юге. Людей на пляже много, люди сгорают. Солнце грецкое. Очень, значит, средства при солнечных ожогах. Французская эмульсия, Биофайн, ожоги первой и второй степени, лекарства. Сульфадиазин, ожоги второй и третьей степени, наполовину дешевле. Вот, используются даже хирурги используют. Вот, ну и всякие там жир бетона, ну, на сильных ожогах, те не самые правильные средства, но дешево. Алоэ следует применять в любом случае, увлажняющая, полезная штука после загара. Но тучки впечатляют. Синее небо, серые тучи, море волны. Наверное, к вечеру погода испортится.